куда ты взяла? Эй, не надо брать, близко, не надо. Сейчас я дам пожрать, подожди, стой, 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 стой. Лис пришел. За рыбкой пришел, да? Там пахнет, да, 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 там пахнет. Нет, здесь сбоку стоит. Сбоку стоит, ждет. Кого? Сало? Сало дай кусочек один. Дай ему кусочек, лис замерз. Мышей нету, полевок. Снега нету. Хлеб не ест? Ну поешь, поешь. Сало он хочет. Из рук берет почти что. Из рук ест лис. Сало кушает, видишь как? Я же тебе говорю, сало он будет. У меня колбаса, ест он сало, ест. Да, курочку он сразу слупит, ты что? Зубастый? Дай курочку сразу съел. Видел? Курочку ест, да? Да, да. Туда иди, туда иди. Да, 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 да. Не будь, не будь. Без шумка. Знаешь, как ты. С руки с него, да. Не будь, не будь. Домашний лист у нас появился. Колбасу ест, смотри. Ну а что же он не будет колбасу-то есть? Голодный, мышей, видать, нету, слышишь, снега пока нет. А земля подмерзла. Рыть не может, правильно? Не бойся, не бойся, бери, бери, бери. Ты маленький. Еще раз. Ну хватит, ладно. Видел? Вот такой у нас домашний лис.